многом с ними солидарны. Другой вопрос. Азербайджан и Армения, как известно, делимитировали часть границы. Обе стороны заявляют о готовности двигаться к подписанию мирного договора. Как вы считаете, как новая волна протестов в Республике Армения может отразиться на продвижении в мирном процессе, поскольку мы видим, есть некое ощущение попытки со стороны оппозиции, ну, скажем так, время вспять в связи с тем, что произошло последние годы на Южном Кавказе? Ну, мы отслеживаем начало практической фазы работы по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Она имеет важное значение для этой работы, для региональной стабильности и, конечно, сама граница. Мы поддерживаем урегулирование всех делимитационных вопросов исключительно политико-дипломатическими методами. Исходим из того, что договоренности должны носить устойчивый, сбалансированный, взаимоприемлемый характер и служить основой для достижения прочного мира в регионе. А также мы подтверждаем готовность, как это делаем регулярно, оказывать сторонам консультативное содействие по делимитации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Что касается протестных акций в Ереване, в регион и регионах республики, то, насколько можно судить, недовольство протестующих, среди прочего, вызвано и тем, что, по их мнению, делимитация в части анклавных сил проходит не вполне справедливо. Еще раз говорю, я просто цитирую мнение тех, кто об этом открыто говорит. В любом случае, мы рассматриваем политические процессы в Армении как внутреннее дело этой страны. Со своей стороны, мы нацелены на развитие с народом Армении тех самых дружественных, полнокровных связей, которые в том числе проявляются, вот как я сегодня уже сказала, в виде помощи настоящей, братской, которую мы оказываем моментально, как только соседнее государство оказалось в беде. Спасибо.